Вчера в Шымкенте произошло очередное крупное дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц Утигенова и микрорайона Кайтпазва столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автомобиль «Тойота». ДТП случилось около 7 вечера. По словам очевидцев происшествия, микроавтобус «Мерседес» выехал с микрорайона Кайтпазва, сворачивал на улицу Утигенова. В это время от Назарбаевской интеллектуальной школы по этой улице двигалась автомашина «Тойота». Прямо на повороте произошло столкновение. Отметим, что на этом повороте работает светофор. Прохожие немедленно вызвали медицинскую помощь и полицию, так как срочная медицинская помощь понадобилась молодой женщине, которая была в одной из автомашин. Транспортным средствам причинен значительный материальный ущерб. Если у «Тойоты» поврежден весь передняя часть, у немца разворотила правую часть. Сейчас выясняются причины дорожно-транспортного происшествия. Другое ДТП случилось в позднее время в микрорайоне Нур-Саад. На сей раз на дороге столкнулись автомашины Toyota и ВАЗ. По повреждениям автомобиля можно предположить, что автомобиль ВАЗ ударил Toyota в правый бок. Сотрудники дорожной полиции водворили автомобили на штрафстоянку. Благо, пострадавших нет. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются. Спасателям за помощью обратилась одна из жителей 17-го микрорайона. По ее словам, когда она вышла в магазин, то дверь в ее квартиру захлопнулась, а ключи остались внутри. К тому же в квартире один остался ее внук, первоклассник. Боясь за его безопасность, женщина вызвала бригаду спасателей. Взломав замок за несколько минут, спасатели вошли в квартиру. К счастью, с ребенком ничего не случилось.